Мировая статистика Всемирной организации здравоохранения утверждает, сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной более 46% смертей в мире. Эффективное средство профилактики и лечения, методика Неумывакина Ивана Павловича, состоящая из лечения сердца при помощи соды, перекиси водорода и специальной системы упражнений. Методы Неумывакина успешно применяются для борьбы с различными заболеваниями сердца, сердечной недостаточностью, прединфарктным состоянием, атеросклерозом, ишемической болезнью и так далее. Сода при аритмии сердца. Аритмии сердца – нарушение сердечного ритма, при котором сердцебиение внезапно ускоряется или замедляется. В некоторых случаях, помимо нарушения ритма, при аритмии оказывается повреждающее действие на сердечную мышцу, ухудшается функционирование сердечного клапана, что приводит к увеличению полостей сердца. Неумывакин доказал, прием бикарбоната натрия положительно влияет на сердечную мышцу, улучшает кровообращение, снижая вероятность появления инфаркта или инсульта. При нарушении сердечного ритма поможет пищевая сода, возьмите 0,5 чайного вещества и разведите в стакане теплой кипяченой воды. Выпивать раствор нужно залпом, эффект появится уже через несколько минут. Для лечения сердца соды необходимо употреблять такой раствор ежедневно, за полчаса до приема пищи или через 2 часа после еды. Рекомендуемая продолжительность курса – 1 месяц, после чего необходимо сделать месячный перерыв. Одновременно с содовым курсом можно дополнительно употреблять отвары целебных трав, эти народные средства также полезны для сердца. Помните, если болит сердце постоянно, необходимо срочно посетить кардиолога. Только врач сможет определить причину заболевания и подобрать соответствующее лечение. Упражнения для сердца по Неумывакину. Профессор Неумывакин утверждает, что человеческое сердце – всего лишь мотор, перекачивающий кровь. Для равномерной и непрерывной перекачки сердце имеет более 500 мышц, которые должны выполнять роль насосов, обеспечивающие непрерывный и стабильный кровоток. Упражнения для сердца, автором которых стал Неумывакин, необходимы для тренировки сердечной мышцы при поддержании тонуса мотора. Вероятность возникновения гипертонии или развития порока сердца сводится к минимуму. Гимнастика состоит из следующих упражнений. Встаньте возле опоры, поставив ноги вместе. Возьмитесь руками за опору так, чтобы хват приходился на уровень пупка. Не сгибая руки и ноги, отклонитесь назад. Постепенно сгибайте колени, выполняя приседания. Пожилым людям и лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем, стоит начинать с неглубокого приседа на 10-15 см. Зарядка делается ежедневно, через месяц можно переходить к глубоким приседаниям. Количество упражнений необходимо постепенно увеличивать, через 2-3 месяца вы должны приседать не менее 100 раз за один подход. Такие упражнения полезны при заболевании сердца, они помогают запустить кровоток, улучшить состояние сосудов и укрепить мышцы. Неумывакина перекиси водорода для сердца. Согласно теории Неумывакина, перекись водорода насыщает кровь кислородом, что очень важно при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Для улучшения работы сердца, профессор советует принимать перекись так, в чашке теплой воды растворите 5 капель 3% гораствора перекиси. Выпейте раствор с утра, следующий прием осуществите через 2-3 часа после ужина. Если вы одновременно употребляете и перекись, и соду, то необходимо разделять эти вещества, прием проводится с перерывом в час.